Hello, друзья, с вами Стопро, и сегодня я объявляю открытие моего проекта для Майнкрафта Pocket Edition, то есть это целиком перенесенная карта из The Force. Да, наверное, многие играли в эту игру. Ну что ж, во-первых, вы появляетесь в таком самолете. На заднем плане вы можете подобрать себе еду. Здесь вы идете дальше, и здесь вы опять же можете рассмотреть интерьер или опять взять очередную еду. Дальше вы идете и опять же можете взять еду. Но у нас дальше уже лежит топорик около такого мертвого человека, который есть и в заящем самолете The Forest. Ну, вы выходите дальше, и что же вы можете заметить? А дальше вы можете заметить такие разноцветные чемоданы, в которых лежат вещи. Вещи были приближены тому, что было положено в The Forest. То есть, все было скопировано из The Forest. Даже деревья очень красиво сделаны. Опять же, все напоминает, что это всего лишь 17% переноса из оригинальной игры. То есть, это первая бета. И здесь могут быть баги недочеты, но карта будет дорабатываться. Здесь, к примеру, вы можете взять удочку и наловить себе рыбу. Здесь, около самолета, вы можете найти себе микросхемы, после чего сделать взрывчатку, как это можно было сделать в The Forest. Да, все реалистично и все очень классно сделано. Дальше вы можете пойти прямо и спуститься вниз. Да, у меня маленький баг происходит, может, у вас такого не будет, но это чисто у меня. Вот, можете спуститься вниз. А можете спуститься вот так аккуратно, так сказать, по лесенке. Но это не лесенка, это просто, так сказать, мой искусственный ландшафт. Здесь вы можете иметь водичку. Будьте очень предельно аккуратны, так как здесь довольно глубоко. И вы можете здесь вдохнуться. А это означает, что вы можете умереть. Наверху вас также ждают разные предметы, которые вы можете подобрать и взять с собой дальше в поход. Ну, карта пока что еще очень маленькая. Так что, можно сказать, проект очень сыроват. Вот здесь есть камень, который вы можете накопать и сделать себе уже качественное оружие. Но ни в коем случае я вам не рекомендую ломать блок травы. То есть, если вы сломаете блок травы, вы можете провалиться под эту карту. Да, в скором времени, может быть, я это подредактирую. А может быть, я так и оставлю. Но просто я вам не рекомендую ломать блок травы. Сейчас вам покажу, что будет. А будет там пустота, и вы просто-напросто туда упадете. Вот. Ну что ж, здесь, к примеру, такие большие деревья. Да, все очень прикольно сделано. Надеюсь, я заслужил лайка, да, или заслужил эта карта. То, что я старался, пытался делать, но, как видите, прошла уже неделя, поэтому я обещал, что выложу первую бету. Также здесь вы можете встретить такой каньон, и вы можете не бояться пройти по этой пустоте. Да, это моя фишка этой карты, то есть, и эта пустота, да, это настоящая пустота, но по ней вы сможете ходить. Да, вы нигде не сможете упасть, то есть эта пустота целиком как бы сделана, я не знаю, как вам объяснить, но это просто мой секрет, да. Это тайна этой карты, то есть вы никогда не упадете. Но есть вот такие промежутки, которые в скором времени официальной, или, можно сказать, в переносе карты, я все это доделаю. Вот. И что ж, карта будет, как всегда, в описании, да, так что это только первая бета. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.